Первым делом мы сейчас с вами пожарим розмарин и тимьян. Я грею фритюр. 180 градусов. Пол-литра, около 700 миллилитров масла. Обратите внимание, масла я налил очень мало. Кастрюля у меня высокая. Дело в том, что когда вы опустите свежую зелень, она сразу начнет взрываться и стрелять. Ее не мыть ни в коем случае не надо. Просто осмотрите. Если на корешках есть земля, стряхните и уберите. Но если уже критично грязная, тогда помойте. Высушите бумажным полотенцем. Берете сразу штук 5. Опять же, не больше. На корзинку и опускаем. Смотрите-ка. Я испугалась. Я сам испугался, хотя 100 раз это делал. Моя задача вас удивлять. И нас. Да. И себя. И себя тоже. В ресторане мы используем огромные корзины, много масла, поэтому этот эффект не заметен. Но в домашних условиях, конечно же, это все очень опасно. Вот эта вот зелень может храниться очень и очень долго. Она сохранит свой цвет, свой вкус. Вы можете положить это все в баночку, закрыть ее герметично и пользоваться этим в течение, ну, я не знаю, месяца, двух. Да, это очень вкусно, я знаю. Да. Так. Аромат травы очень хорошо сохраняется, пряный. Да-да-да, вы можете добавлять потом в картошечку, в лапшичку. Так. Жарится буквально секунд 5, не дольше. Она как будто бы затихает в какой-то момент. Да, да, жидкость испаряется, да, испаряется. И все. Все готово. Вот этой зеленью вы будете украшать свои стейки. Ой. Вот это масло тоже вы можете потом использовать. Оно будет с ароматом трав. О, да. Охладите в бутылочку и можете использовать еще раз. Пожарить там картошечку, не знаю, мясо, да что угодно. Ну вот, друзья, посмотрите, какая красотища. Оно как пластиковое. Представьте себе, как это будет все смотреться на стейке. Ну, уже сейчас... Ну, сейчас идеально смотрится. Да, но можете вы использовать не только для стейка, вы можете использовать его для лапши, допустим, спагетти, для картофеля, даже для чего угодно. Это прекрасная специя, которая вас выручит и удивит ваших гостей в любое время с любой едой. Отлично, ставим в сторонку, продолжаем работать дальше. Вот смотрите, прям берете эти сухие травы и усиливаем вкус нашего соуса. Вот сюда. Хороший. Вот туда, да, нещадно. Безжалостно. Ну, смотрим. Вот так вот. Ну, как вам? Ну, да. Охренеть. Такой рамочки, как картина масла. Да, да. Вот эта прожарка называется medium rare.